Сейчас ничего не понятно. Опять прервала связь. Опять. Да. Плохо опять тянет. Слышно? Повторите. Еще непонятно. Ремонтники должны приехать, когда не знают, Игнатий Тихонович. Ну, да. Вот они, вот я как раз напротив стою, антенны у меня, столб стоит с антенной. Они должны приехать ремонтировать. Здесь государственная псковская телекомпания, то есть это связь государственная. Ну-ну. Понятно. А вы позвонили-то, что-то хотели спросить? Ну, они должны приехать. Вот я звонил, мы с тобой разговаривал там. И лично спросить у вас. Вот сейчас я собираюсь вот в конце, буквально в следующее воскресенье, быть уже у митрополита Тихона. Написал ему письмо с прошением, чтобы хочу, чтобы он подписал. А о чем? Митрополит Тихон, по поводу того, что мы хотим здесь организовать вот это семейные общины собирать по домам, которые можно было бы семейного типа воспитания, чтобы было. Речь идет о семейном воспитании. По вашим правилам. Что-то семейное воспитание по вашим правилам. Ну как, муж глава, должен быть верующий, достойный Бога. Да, конечно. Тут правило. Если он ко мне сам пришлет какую-нибудь семью. Митрополит Тихон может и сам какую-нибудь семью мне прислать. Да ему зачем это все нужно? Там монаху ничего этого не надо. Нет, он сказал, что он с Ведерниковым разговаривал с нашим губернатором. Сказал, что будет развивать вот это для семейных, кто будет жить, возрождать русскую деревню. Нет, не получится ничего. У них возродить русскую деревню. Не получится. У нас на Алтай пробовали, нигде не получилось, только у нас. И то маленькое совсем. Ну, может, у нас чуть-чуть получится. Нет. Я же вот Илью пригласил уже. Не получится, потому что... Илья ко мне приезжал. Надо быть послушными, за свой счет делать. Работа должна быть, послушание, церковь. Ну так что-то свой счет все делаю. Нет, не получится. Сколько ни делали, нигде не получилось, потому что неверующие. Ну ладно, я сказал уже два раза это. Так, все, если вопросов нет, то я отхожу.